Андрей, ты меня бросил? Понимаешь, так все навалилось. Нет, ты бы мне просто позвонил. Потому что я целую неделю не отхожу от телефона, все время жду, когда ты мне позвонишь. Ну, прощай. Алла. Алла. Алла, ну... Ну, Андрей. Алла, давай поговорим. Андрей, ну ты... Ты как тот хозяин, который свою собаку очень жалел и отрезал ей хвост по кускам. Ну, больно очень, не надо я. Аллочка, ты все не так поняла. Алла, ну подожди. Алла, ну даже мне объяснить в конце концов. Андрюш, ну не надо, ну пожалуйста.